Не про цукерки і мімозу. Напередодні Міжнародного жіночого дня ми вирішили з'ясувати, чи дійсно українська спільнота й досі сприймає свято як привід подарувати жінкам квіти і вихідний, або ж навпаки, це привід нагадати людству про роль жінки у суспільстві та про гендерну рівність. Про це у студії відкритого ми поговоримо з юристкою та керівницею громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Анною Мягких. Пані Анно, вітаю вас. Скажіть, от як змінився за останні роки зміст свята 8 березня в Україні, і чия в цьому заслуга, як ви вважаєте? Во-первых, действительно расширяется круг тех, кто осведомлен о сути праздника. Первое отмечу журналистов-журналисток. Большое вам спасибо. Этого все больше и больше. То есть речь о правильных акцентах. Все-таки акценты расставляются лучше. Об этом говорят, пишут, снимают. Замечательно. То есть этот прогресс налицо однозначно. Вот. Это первое. Второе. Естественно, что общественная активность больше. В Украине проходят и марши женщин. Да, конечно, происходят споры относительно того, что нужно, как расставлять акценты. Вы згадали про марш жінок. Він має пройти в понеділок у столиці. В чому його цьогорічний лейтмотив і чи долучаться до нього дніпрянки? Ну, чи планують? Во-первых, я хочу акцентировать, что да, действительно, в Киеве будет марш женщин, но не только в Киеве. И это очень радует. По той информации, которая у меня есть, будет акция возле, по-моему, в 12 часов дня, можно погуглить, проверить, возле ракет на поле. Региональное представительство общественной организации «Инсайт» будет организовывать эту акцию. Все желающие, пожалуйста, могут прийти, присоединиться. Ну, лейтмотив, я так розумію, що це пандемія, я читала просто... Общий лейтмотив марша в этом году и всех вот акций, и с ним согласны, я думаю, все феминистки и феминисты, это у пандемии женское лицо. Несколько аргументов. Почему? Во-первых, первое, мы знаем, что большинство медицинских работников, социальных работников, работниц – это женщины. То есть основная вот эта нагрузка ложится на женщин. Следующее. К сожалению, продолжается такое явление, как двойная нагрузка. Да? То есть кроме рабочих обязанностей у женщин есть домашние обязанности. Пандемия сказывается и на мужчинах, и на женщинах, но в связи с полом и распределением в обществе нагрузок на женщинах отразилось серьезнее. И завершу перечень, хотя там еще можно продолжать, это гендерное насилие. Это огромный всплеск во всем мире, в Украине в том числе, огромный всплеск гендерного насилия. Чем больше саккумулировано в обществе напряжение, финансовые проблемы, беспокойство о здоровье и так далее, это все выплескивается дома и, к сожалению, часто в очень брутальных физических психологічних формах. Що вдалося досягти на сьогодні українкам на рівні держави, а дніпрянкам на рівні місцевої влади от з питань рівності жіночих прав або навпаки там наголосити на якихось жіночих проблемах? Однозначно. Однозначно, тому що, во-первых, закріплені равные права во всех нормативных актах, осуществляется гендерная экспертиза нормативных актов, принимаются специальные программы государственные на уровне всегосударственном и на уровне местном. Да, конечно, как естественно, у нас, к сожалению, многое в Украине, там два шага вперед, три шага в сторону, потом еще шаг в другую сторону и так далее, но эти процессы все равно происходят. Идет усовершенствование законодательства во многих сферах. Изменения в уголовное законодательство относительно защиты от сексуальных домагань. Анно, дуже дякую, що в ці передсвяткові дні ви знайшли час і завітали нас в гості на відкритий. Спасибо вам за приглашение. Есть что отметить в этом году, надеюсь, в следующем еще больше, поэтому с праздником всех. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Анна Мягких, юристка та керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро». Говорили про Міжнародний жіночий день та його зміст для сучасного українського суспільства.